Добрый день! Сегодня мы бы хотели представить вам нашу компанию Satis Italia. Мы расположены в небольшом городке недалеко от Флоренции, где уже на протяжении веков мастера-ремесленники производят мебель ручной работы. Позвольте познакомить вас с нашими последними новинками, представленными в этом году на международной выставке в Милане и Салоне 2013. Ральф. Модель, которую вы видите перед собой, называется Ральф. Эта композиция включает в себя очень необычный угловой элемент, выполненный под углом 60 градусов. Данная модель, как и большинство наших диванов, включает в себя спальный механизм. В данном случае здесь мы видим крайний трехместный элемент с раскладным механизмом на каждый день. Особое внимание обратите на толщину матраса, которая составляет 12 см. Такая толщина позволяет вам занять максимально комфортное положение во время сна. В трехместном диване ширина матраса составляет 122 см. Но в линейке также присутствует трехместный диван Maxi с шириной матраса 142 см. Длина матраса всегда составляет 190 см. Все наши модели представляют несколько возможных версий диванов. Трехместный Maxi, трехместный, 2,5 места, двухместный, а также кресло. И, конечно, эта модель, как и многие другие, доступна в полноценном угловом варианте. Обратите ваше внимание и на механически регулируемые подголовники, которые возможны во многих из наших моделей. Питер. Модель Питер была создана в 2012 году. С момента своего появления она пользуется невероятным успехом. Давайте я продемонстрирую возможности этого дивана. Благодаря ему у вас одновременно может быть 2 спальных места в очень ограниченном пространстве. Открывать спальный механизм очень легко. Все, что вам нужно сделать, это потянуть нижнюю раму вверх. Этот механизм является полностью безопасным и защищенным от использования детьми. После того, как вы зафиксировали механизм и забрали ключ, конструкция не сдвинется и не поменяет положение, пока вы ее опять не разблокируете. Данный механизм был сертифицирован CATAS, хорошо известной международной компанией по сертификации безопасности спальных механизмов. Верхняя кровать выдерживает вес 150 кг. Нижняя – вплоть до 200 кг. Размеры верхнего спального места составляют 190 на 80 см, у нижнего спального места матрас 188 на 75 см. Что касается подлокотников, здесь вы можете выбрать любой из 18 возможных вариантов, показанных на данном баннере. Лима. Модель Лима входит в коллекцию Pronto Letto, что в переводе означает примерно «кровать без усилий». Специфика именно этой модели заключается в возможности электрического управления опцией открытия и закрытия спального механизма. На каркас и все механические части дивана фабрика представляет 5 лет гарантии с момента приобретения. На электрические детали гарантия составляет 2 года. Размеры матраса на представляемой здесь модели составляют 160 см в ширину, 195 см в длину и 14 см в толщину. Все эти цифры говорят опять же о том, что вы получаете максимально комфортную кровать. Кроме того, существует 4 различных варианта ширины матраса на любой вкус.
А теперь давайте посмотрим на шезлонг. Здесь у нас стандартный ящик для белья. Думаете, это все? А вот и нет, вы ошибаетесь. Этот шезлонг также скрывает и еще одну опцию – дополнительное спальное место. Таким образом, выбирая эту композицию, вы получаете три полноценных комфортных спальных места. Также, как и все остальные модели из коллекции Pronto Letto, Лима может быть выполнена с любым из 18 различных подлокотников. В настоящий момент вы смотрите на подлокотник типа X. Но и это еще не все. Шезлонг является перемещаемым, что означает, что мы можем поставить его как справа, так и слева. Подлокотники подойдут к любой выбранной вами стороне. Итало. Позвольте познакомить вас с уникальной моделью. Она называется Итало, а уникальной ее делает механизм релакса. Вы, конечно, решите, что релаксом в наши дни уже никого не удивишь, и что практически все производители диванов включают такую опцию в свои модели. Что ж, вы абсолютно правы. Но дело в том, что мы также добавили в эту модель и спальный механизм. Не верите? Давайте я вам покажу. Здесь у нас два отдельных механизма релакса и одновременно два отдельных спальных механизма. И все это в одном диване. Это действительно уникальная модель, аналогов которой еще не было. Такая разработка есть только у Satis. Два матраса имеют следующие размеры. Ширина 70 см, длина 198 см и толщина 12. Опять же, механизм на каждый день с гарантированным максимальным комфортом сна. Напоминаем, что все модели с раскладным механизмом на каждый день предоставляют опцию латексного матраса. Наполнение подушек сидения – латекс с памятью, что обеспечивает максимальный комфорт при сидении. Релакс на этой модели идет с синхронизированной системой подголовника и изножья. Рози. А сейчас мы представляем вашему вниманию сестру модели Итало. Пожалуйста, познакомьтесь с Рози. Этот элемент называется Love Seat. Почему именно Love Seat? Позвольте продемонстрировать. Как вы видите, у нас здесь есть два положения сидения, комфортных и вместе с тем располагающих к довольно тесному общению. Управление механизмом релакса находится с левой стороны кресла. По истечении какого-то времени, проведенного за беседой, вы можете расслабиться и опустить спинку, а изножье одновременно последует наверх. По окончании вечера вы можете закрыть релакс и разложить спальный механизм. Ну а все дальнейшее уже на ваше рассмотрение. Размеры спального места такие же, как и у модели Итало. Фокс. Еще одной новинкой выставки и салоне 2013 является фактическая модель Фокс. Особенно ее делает механический скользящий релакс. Очень легкий и простой в использовании. К тому же эта модель, как и большинство других из нашей коллекции, может быть выполнена с раскладным механизмом на каждый день. И обратите внимание на комбинацию цветов на этом диване. Многие модели из наших различных коллекций особенно интересно смотрятся в различных комбинациях цветов и обивок и с добавлением крупной строчки. Никита. Разрешите познакомить вас со специальной композицией для домашнего кинотеатра. Название модели – Никита. Помимо независимого механизма релакса, здесь представлен еще и очень особенный подлокотник, который совмещает опции бара и подстаканника с охлаждением. Кроме того, на подлокотнике расположены кнопки управления механизмом релакса. Здесь вы регулируете положение спинки, здесь положение изножья. Этой кнопкой вы включаете охлаждение. Если композиция выполнена без функции охлаждения, у вас просто будет 4 кнопки для каждого релакса, как показано здесь. Отметьте также изящество бара, обивки, безукоризненность деталей. Что немаловажно, в этой модели отсутствует ограничение количества сидячих мест. Моделью Никита Satis оформил немало элегантных и эксклюзивных домашних кинотеатров в самых прекрасных виллах по всему миру.